Хэллоуинское обновление выходит уже ровно через минуту. Ну а последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь. Лично мне не повезло и выпала цифра 6, а что выпало тебе? Прямо сейчас ставь лайк и пиши в комментариях. Ребята, всем привет, и сегодня в данном видеоролике мы с вами поговорим об очень важных и срочных новостях по поводу выхода нового обновления в Stand of 2, потому что его уже полностью слили, и сейчас я вам все покажу и расскажу, а также расскажу именно то, что от вас все скрывают. Ну а перед началом ролика я разыгрываю данный нож. И все, что тебе нужно сделать, чтобы его получить, это просто поставить лайк, подписаться на мой YouTube канал с колокольчиком, а также подписаться на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Ну а теперь давайте приступать к видеоролику. Берите с собой все самое вкусное и приятного вам просмотра. Ну а если ты мечтаешь о крутых скинах, то в этом тебе поможет Булдроп, ведь именно на нем сейчас вышел Хэллоуин обновление, и давайте его проверим. Сейчас я пополняю баланс и хочу отметить, что способов оплаты целая куча. Я пополнил 1000 рублей по своему промокоду и получил сверху 20% и дополнительный плюс к удаче. Давайте откроем новую коллекцию, ведь именно в ней везет, так и еще копится кровь дракона. И что мне выпадает с кейса, я просто в шоке. Настало время обменять кровь дракона, и на халяву я залутал еще голды. Ну а еще огромный плюс данного сайта, что голду мне вывели буквально за несколько минут. Итак, дорогие друзья, как мы все прекрасно знаем, совсем скоро, именно 31 октября, у нас будет Хэллоуин, то есть до него осталось ровно неделя. Но самый большой секрет, который от вас скрываю, что обновление выйдет намного раньше, нежели само событие Хэллоуина, ведь к выходу этой обновы уже абсолютно все готово, ведь вышел трейлер и обзор новых ивентовых карт, показали многую часть скинов, а также спалили само название данной обновы. А именно, она будет называться Nightmare, что в переводе означает ночной кошмар. Согласитесь, что уже звучит устрашающе. Мы с вами могли уже заметить постер к данной обнове, на котором видно, как изменился персонаж. А также за ним видно карту Арена, что означает переработку этой карты под ивентовый режим. Если говорить про логотип, то выглядит он будет именно так. Также в обнове новых карт можно было увидеть новый скин на бабочку, а это уже означает то, что будет либо пас со скинами на различные ножи, либо же будет новое колесо фортуны, в котором эту бабочку можно будет выбить за голду. Также из сливов обновы мы могли увидеть новые аватарки, и они тоже выполнены в очень крутом исполнении, думаю, со мной здесь никто спорить не будет. Плюсом ко всему, мы могли заметить новый скин на Юсп, что уже является вторым новым скином. Ну а уже из более важных новостей, это то, что в скором времени нам в игру завезут новую систему Bolt ID, чтобы обойти блокировку сервисов Google. И самое важное и срочное в этом обновлении, это то, что нам добавит систему обменов скинов, и это реально круто, как по мне, ведь на этом можно будет зарабатывать голду тем, у кого есть крутые и часто используемые скины в нашей игре, а также это будет круто для тех, кто хочет за более дешевую цену поиграть с тем или иным скином. Ну а что же я вам скажу про пас в данном обновлении, так это то, что он 100% будет, ведь эту тему разработчики никогда не обходили стороной, и пас будет примерно на 30-45 уровней. Это я, если что, говорю про одну дорогу, то есть одна дорога будет состоять из 30-45 уровней, а так будет пас намного больше уровней, только они уже будут получаться, ну, только за донат. А также самая важная пометка в том, что данный пас нельзя уже будет покупать за голду, то есть если прошлый пас можно было, этот будет нельзя, потому что это уже спалили, и, как я считаю, это очень важная пометка. Друзья, ну а на этом наш видеоролик подошел к концу. Не забывайте про лайк и подписку на мой YouTube канал с колокольчиком, а также про розыгрыш данного ножа в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Ну а если именно ты досмотрел ролик до данного момента, то напиши в комментариях «Я жду новую обнову», и к этому предложению добавь свой игровой ID от аккаунта в Stand of 2 и спам это сообщение 100 и более раз в комментариях по данным видеороликам. Ведь среди вас я выберу несколько комментаторов и положу им по 3000 голды на аккаунт. Ну а на этом все, всем удачи и всем пока.